И о спорте. Скорость, напор, новые приемы, серия ярких поединков в чемпионате области по самбо. О жестких схватках на ковре Владимир Истомин. Цепкий захват, стремительные действия передней ногой, броски. Яркой техникой блеснул победитель всероссийских соревнований Артем Филимонов. Спортсмен продемонстрировал целую серию сложных приемов. Зашагиваний, подсечек, бросков с обратным захватом. Финал в категории до 82 кило выиграл за минуту и 16 секунд передней подножкой с колен. Сегодня больше хотел отработать приемы стойки. Именно такие, чтобы которых не получались когда-то, именно вот попробую, чтобы на чемпионате Сибирского федерального округа уже не бояться их даже заходить в них, в эти приемы. Сложным приемом победил обладатель Кубка мира Павел Пантелеев. В финале категории до 74 кило спортсмен сразился с самым опытным самбистом нашего региона Виктором Крестениновым. Четыре минуты поединка, жесткий спор за захват. В решающий момент Пантелеев провел классический прием – проход в ноги. Сделал это в усложненном варианте, с вращением. Получил 4 победных балла. Я очень рад, что мне получилось сделать прием, этот сложный проход в ноги. Они есть разнотипные. Я отрабатывал конкретно вот этот тип на протяжении долгого времени. Ну и рад, что такого опытного поймал. Принципиальный поединок в финале категории до 68 кило. Джамшет Абдурахмонов и Александр Цынаев десятки раз соперничали в соревнованиях высокого уровня. Успех поединки могло принести только неожиданное действие. На сей раз Абдурахмонов цепче сработал на захвате. В середине схватки провел бросок на 2 балла, а на финише мог развить успех. Я его обманул, он знал, что я спину с колен делал, я его за счет этого, ну, подсекал. Обманом движением и со стойки на живот 2 балла оттянул. Лидеры в категориях за 90 кило выиграли приемами в партере. Андрей Емельянов провел хорошую боковую подсечку и завершил атаку на ковре. Сергей Демьяненко победил броском через голову. Победители и серебряные призеры соревнования представят наш регион на чемпионате Сибирского федерального округа. Финальный турнир пройдет с 7 по 12 декабря в Улан-Удэ. Владимир Истомин, Артем Колесников, Антенна 7.